Вы когда-нибудь слышали про черкесские сады и черкесами общались? Про кого? Черкесские сады и черкесы, вот то, что в горах. А, черкесские, вот здесь были черкесские сады. А, здесь. Пользовались, да? Или же? Вот этот, что говорили, Пашан сад. Ага. Это был черкесский сад. Рядом был, когда-то мне под огород дали, там жил главный лесничий при России. При России жил. И он умер. Похоронили там под одним деревом. Там уже черкесские были сады. И прошло время, в 61-м году, когда я учился, вернулся, мачеха говорит, иди посмотри, говорит. Бабушка все время говорила, говорит, этот могила... Хозяин этого сада. Хозяин этого сада. Этот сад, значит, шипел этот главный лесничий. Называли черкесским. Со времен черкесов, видать, и что здесь и черкесы жили. Вот это лес не было здесь. Пусто было, пустое было. И на этой могиле, значит, клад был, оказывается. Фактически это могила, лесника могила, но клад... Видать, во время войны спрятали. И могилка все время этот, камнями была обложена. Я как не лезу на это дерево руши. Спрашиваю, бабушка, а что за могила все время камнями? И все время камнями кто-то обкладывал. Ухаживал. Ухаживал за этой. Оказывается, со стороны головы. Там три ряда надо было булыжников снять, а там что-то лежало. Бог его знает. Золото было. Ладно, спасибо большое. Место видно было.